Всем привет, это Сергей Шаляпин, добро пожаловать в мой видеоблог о недвижимости Пхукета и всему, что с этим связано. Мы с вами давно не виделись, как говорится, long time no see, но я решил сразу начать бодро после длинного перерыва, и сейчас мы поедем на ревизии строек на Равай. Именно поэтому я сейчас нахожусь на пляже Равай. Сегодня прекрасная погода, солнечно, практически нет ветра. Будет несколько объектов, красивые съемки, будет дрон. Соответственно, не переключайтесь, сегодня будет интересно. Поехали! Кстати, раз уж я оказался на Равай, есть хорошая новость. Здесь открылось Ве-кафе, вот оно за моей спиной. Кстати, это одно из моих любимых мест на острове, чтобы покушать. Недорого и вкусно, всегда свежие салаты. В общем, отличное место. Здесь есть небольшая терраса, но она возле дороги, с видом на море. Немножко шумновато и немножко жарковато, но в целом стиль соблюден. Но оно, конечно, небольшое, меньше, чем Чалонский, но, тем не менее, это уже большой прорыв, то, что на Равае появилось такое классное место. Рекомендую. И первый наш объект на сегодня – это Calypso Garden Residence. Ого! Вы посмотрите, сколько они успели сделать буквально за пару месяцев. Обалдеть! На данный момент, смотрите, они уже пробурили, наверное, все сваи практически, да, и уже начали их заливать. Видите, стоит опалубка. Молодцы. То есть земляные работы уже почти закончены. Вон уже даже кран привезли. Молодцы. Быстро. По виду и по факту все отлично. Ребята идут в графике, и уже через пару недель буквально здесь начнут заливать этажи. Соответственно, будем следить за их успехами, а сейчас будет дрон. Смотрим. Теперь я приехал на стройку Найхарн Си Кондоминиум и Перл Кондоминиум. Как вы видите, за моей спиной они уже начали делать второй этаж, это здание NSC. И с этой стороны я вижу, они бурят сваи под Перл. Стройка идет достаточно активно, они начали NSC немножко раньше, примерно на 2 недели, а Перл чуть-чуть позже. Но в целом они находятся в графике, здесь все отлично, ну сами посмотрите. Вот это NSC, а вот это Pearl. Так, ну для тех, кого интересует состояние именно Pearl, я вижу, что здесь заготовлены, вот видите, лежат под сваи опалубка, и там я вижу уже одна или несколько даже свай залита, отсюда плохо видно. Вот, я, пожалуй, не полез туда под свои бойку, вот, но там, видите, работа кипит.
Сейчас подниму дрона, чтобы вы могли посмотреть на стройку в целом, ну и насладиться видами. Сегодня же очень классная погода. Я доехал до Релайфа, это Релайф Винди, вторая фаза. Они, кстати, за лето успели построить ресторан, где я сейчас стою. И, честно говоря, мне очень нравится этот объект, потому что он всегда такой зелененький, веселенький, радостный. То есть здесь чувствуешь себя действительно на курорте. В общем, он мне нравится. Сейчас зайдем на стройку, смотрите, у них большой прогресс. И вы знаете, вот что мне еще нравится в этой стройке, что она какая-то образцово-показательно чистенькая. Я не знаю, как они этого добиваются, потому что на все остальные стройки заходишь, там такое ощущение, что на помойку зашел. Здесь всегда какой-то порядок, всегда как-то, блин, ну не знаю, мне, в общем, приятно здесь находиться даже. Вот смотрите сами. Это первое здание, которое невысокое, здесь уже два этажа готово. Ну, парковка, естественно, тоже. Там готов раз, два, три этажа, четвертый делают. И самое высокое здание, раз, два, три, четыре, пятый этаж начали вытягивать уже. В общем, достаточно оперативно ребята работают. Молодцы. Они идут в графике, и я думаю, что они точно успеют в срок, как положено, сдать. В общем, снизу плоховато видно. Сейчас подниму дрона, посмотрим. Наверное, сверху должно быть красиво. Ну что могу сказать, пока одни только хорошие новости, все стройки идут, все в графике, для моих клиентов одни плюсы. А теперь хочу поехать на объект, к которым у меня, честно говоря, не сложились отношения, но меня часто о нем спрашивают, поэтому я хочу его осмотреть. Это Кукуси. Не переключайтесь.
Последний раз я здесь был почти год назад, почти ровно год назад. И здесь была ровная площадка, абсолютно ничего. Они только-только начинали ставить забор и завозили кое-какую технику. На данный момент я вижу готовые раз, два, три, четыре, пять. Надо еще зайти туда, то ли пять, то ли шесть каркасов. Внутренняя отделка еще не идет. Я вижу, они только начали прокладывать коммуникации. В общем, что я вижу, если так вот предположить, я думаю, что где-то еще года полтора осталось до завершения, может быть, даже чуть больше, потому что все-таки домов много. Видно, что стройка идет. Не могу сказать, насколько они в графике. Дело в том, что я не продавал квартиры в этом кондоминиуме, но так получилось, что наблюдаю за судьбой его, и меня это тоже интересует. Поэтому вот такие подробности. Я насчитал 7 корпусов законченных каркасов в разной степени. Где-то еще ничего не делалось, где-то уже начинают делать черновую отделку, коммуникации проложены. В общем, такой разной степени. 2 корпуса недостроенные каркасы еще только доделываются, и 2 корпуса, которые вообще даже не начинали еще возводить. Вот такая ситуация на сегодня. Сейчас подниму дрон, еще сверху посмотрите, и, соответственно, картинка полностью у вас сложится. В следующий раз мы поедем в районы Кота-Корон и Патонг, потому что там не так много стройки сейчас. На этом я заканчиваю обозревательную часть, и начинается развлекательная часть. Поехали! Если вас интересует недвижимость на Пхукете, мои контакты сейчас на экране. Пожалуйста, пишите, звоните, я с удовольствием помогу вам ее выбрать и приобрести. На этом я с вами прощаюсь, но вы, пожалуйста, не переключайтесь, потому что сейчас будут красивые кадры и музыка. Не забудьте подписаться, поставить лайк. До встречи на Пхукете. Пока!